Так, ну и что у меня сегодня по плану? Кроме того, что мне необходимо сварить сегодня творог, сыворотка, видите, уже отошла, все готово, можно варить творожок. Что-то мои курицы сбавили, хорошо так сбавили, в день по одному яйцу. Непорядок. Надо бы подкрепить их иммунитет. Начала проращивать пшеницу. Вот, неделю их ничего не давала, зеленухи. В общем, поставила. Здесь у меня луковая и чесночная шелуха. Сейчас я хочу курочкам заварить чай. Ну и хочу сегодня дать им вот такие вот дрожжи сырые. Кстати, вчера смотрела Танин канал «Домик на окраине». Ссылку оставлю внизу. Таня специализируется у нас на курицах. Что касается птицы, касается курицы, я многому учусь у Тани. Вот как раз таки она вчера тоже смотрела ее видео, она кормила, делала подкормку для своих кур. Пока у меня будет завариваться луковый чай, я пойду в курятник и дам курочкам дрожжи. Итак, как я готовлю чай или отвар из луковой шелухи? Берем емкость, засыпаем туда луковую чесночную шелуху. У меня тут все, вот видите, в перемешку, чесночная, луковая. И я просто заливаю ее кипятком. И все. То есть ничего я не варю. Просто запариваю крутым кипятком. Она у меня какое-то время настаивается. И, в принципе-то, и все. И я все это потом спаиваю курочкам. Грубо говоря, как мы завариваем заварку на чай, да, себе. Точно так же я завариваю курицам луковую и чесночную шелуху. Таким же способом. Кстати, такой отвар не только полезен для животных, но и для людей. Пока я бегаю в курятнике, у меня как раз-таки здесь все запарится, заварится. Ох, сейчас кому-то будет вкусненько и полезненько. Дрожжи стимулируют и увеличивают яйценоскость. В дрожжах находятся практически все витамины и минеральные вещества, необходимые домашним курам для роста и нормального развития. Есть в них и полноценные протеины, углеводы, аминокислоты, клетчатка, жир, никотиновая и пантеноловая кислота. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. И сейчас мои девоньки начнут клевать. Вот как вкусненько-то будет им. Клюем вкусняшки. Сюда немножко добавлю. Вот так. Давайте, давайте, налетайте. Давай, давай, цыпа, цыпа. Петь, ну ты тоже клюй. Чё теряешься-то? Вот эти такие грязные, не знаю, до сих пор им никак не очиститься. И постоянно подсыпаем опилки, причем день-два, и уже вот... Вот такое вот становится, все утрамбованное, как будто здесь ничего и не подсыпается. И курицы вот эти белые почему-то не чистятся. Мне прям это не нравится, некрасивые они. Грязные, как динозавры. Но ничего, потом может со временем очиститься. Это вот они у меня сидели в вольере. Смотрела сейчас. Цыпа-цыпа. Ой. На, цып-цып-цып-цып-цып. О, там еще два яйца. Ругается на меня. Попробуй. Давай, попробуй. Ой-ой-ой-ой, сегодня у курочек у нас кисломолочка на ужин и помидорки. Все это вывалим мы вот сюда в кастрюльку. А, кабачки немножечко. Выключи пока, я записываю. О, хорошо жует. И луковый отвар. Надо эту кастрюльку, а тут еще есть. Че, цыпалька? По идее, надо домой ее забрать, конечно, помыть. О, он еще какой тепленький. Еще дымится. Парит. Ай, вкуснятинка. Пей, пей, пей.
Вот умничка, пей. Вкусненько, тепленько, замечательно. Тихонечко, птички. Вот, хорошо как. Превосходно. Пейте, пейте. Так, ну что, смотрим. Это уже следующий день, а точнее вечер. Есть там у тебя что, на? На тебе еще туда. Заберешь под себя? О, ты моя, ты красавица. Давай еще. На. Пусть у тебя здесь будет все в кучке, а я попозже приду заберу. Ну-ка, давай, давай. Ох ты моя-то молодец. Фу. Ну вот, свежее яйцо. Ой. Да, жалко, что нет опилок. Ну вот, видите, что происходит с яйцами. Без опила они такие вот грязные. Сейчас срочно поедем за опилками на пилораму. Все закончилось. Умничка моя. Да-да-да, молодец. Молодец, моя красавица. Молодец. Ты умничка. Так, сколько у нас тут? 2, 4, 6, 8, 9 яиц. Отлично, вот видите, прекрасно. Яйценоскость восстановлена. Просто замечательно. Курочки немножечко отдохнули, да? 3 дня тут мне по одному яйцу давали. Я чайком курочек пропоила витаминным. Дрожжи раздала. Вот. Немножко тут овощей им тоже порубила. До этого давала, но не снимала. Вот, морковочку натирала им. И так они у меня морковочку тоже кушали. Ну, в общем, отличный результат на сегодня.